А теперь встречайте, новинка, это премьера, которая, я уверена, очарует вас, потому что, открою секрет, вся женская часть нашего коллектива уже влюбилась в плед «Русский мех». Встречайте! Итак, для тех, кто ищет универсальный подарок на Новый год, 1999 рублей! Такой шикарный плед! Да, Оля, а посмотри, какой размер! Оля, 220 на 240 сантиметров. Это размер Евромакс. То есть таким пледом ты можешь укрыть свою большую кровать, либо можно задрапировать свое любимое кресло, или задрапировать любимый диван. Посмотрите, какое у нас разнообразие! Восхитительно! Давай покажем первую расцветку. Давай. Это у нас розы. А сейчас вы видите, это светло-коричневый, он у нас украшает наше кресло, посмотрите, какой мех. И причем, вы видите, что здесь у нас идет настолько интересная стрижка меха, что полное ощущение, что это натуральная шкура. Да это вообще, я сразу прям руку даже запустила сюда, и то не отличить по тактильному ощущению. Так, давай разбираться дальше. Абсолютно. Еще какой цвет, вот этот какой цвет? Так, следующий цвет, вот он, это коричневые розы. Если вглядеться, да я думаю, это будет видно даже издали, что здесь вот как выстрижены розочки. Вот они, посмотрите, видите, вот они, розочки на ваших экранах. И этот плед называется «Коричневые розы». Ой, какие переливы! Олечка, поделай. Так, смотри, как отражаются наши софиты. Какой холеный мех. Русский мех. Именно так называется наш плед. Это еще не все. Вы запишите номер лота 550-594. Запишите цену на всякий случай. 1999 рублей. И уже активно звоните в наш колл-центр. И записывайте еще цветы. Цвета. Вот это коричневые розы. Так. Следующая расцветка, это золотой. Вы посмотрите, насколько потрясающий персиковый оттенок. Бежевый, с персиковым переходом. Ой, вот смотрите, здесь тоже у нас стрижка розами сделана на мехе, но называется он золотой. Запомните название и обязательно порадуйте себя. Вы только представьте, насколько преобразится ваша спальня. Потрясающе красиво. Тебе нравится, Оль? Слушай, это прям вот плед для меня. У меня обои с золотым орнаментом в виде цветов. Прям идеально. Мне очень нравится этот цвет. Потрясающе. Какой цвет нравится вам? Размеры 220 на 240. Слушай, у меня двуспальная кровать. Мне кажется, даже будет свисать немножко, Будет свисать. Здесь у нас 220 на 240 сантиметров. Заказывайте. Причем этот плед с секретом. Раскроем все секреты чуть позже. Давайте следующий смотреть. Итак, темно-коричневый. Знаешь, в чем прелесть именно этой расцветки? Здесь волны. Посмотрите, какая здесь стрижка. Волнами. Если вы романтическая натура, если вы любите, чтобы у вас не было прямых углов. Знаешь, у меня вот подружка, она терпеть не может, когда четкие углы, когда все по линейке. Если вы любите вот такую красоту, то выбирайте. Посмотрите, какая прелесть. Вот как будто волна. Оля, да? Настоящая волна. Ты посмотри, какой перелив. Я не могу. Мне очень... Я первый раз вижу плед, чтобы он так переливался, чтобы он так бликовал под софитами. Я уверена, даже если включить просто вот свет, да, нас в комнате, точно так же он будет играть. 1999 рублей. Это цена премьеры на телеканале Shop & Show. Вот сейчас мы с вами точно подберем универсальные подарки для всех-всех-всех ваших близких. Итак, цена меньше 2000 рублей. Напомню, что все звонки абсолютно бесплатные. Сейчас оплачивать ничего не нужно. Колечка, вот у тебя в руках, с одной стороны, тот светло-коричневый, вот чтобы вы запоминали название, светло-коричневый, а это темно-коричневый. А теперь переходим к контрастному варианту. Это зебра. Самый контрастный, самый яркий. Если вы любительница контрастов, если вы обожаете черно-белые расцветки, выбирайте плед под названием «Русский мех», расцветка «Зебра». Зебра, то полоска черная, то полоска белая, как наша жизнь полосатая. Но здесь, обрати внимание, преобладает белые оттенки. Да. Все будет хорошо. Знаешь, я как только увидела эту расцветку «Зебру», я сразу вспомнила свою подружку. Они живут за городом, и у них в интерьере вот как раз расцветки белые и черные. Вот прям вижу на ее белом диване очень вот такой красиво. Акцент. А теперь секрет, о котором я говорила. Олечка, давай покажем на этом пледе. Он у нас двусторонний, девчонки. То есть получается, посмотрите, какой он огромный. Застелите любую кровать. Так, Оль, давай изловчимся и покажем вторую сторону. Оп, давай вот так. Посмотрите, на зебре. А с другой стороны беленький. Белый красиво. Цвет. Здесь он тоже искусственный мех, тоже, но здесь он короче. И давай мы перевернем.
А давай, давай сделаем вот, вот этот плед тоже покажем. Давай интересно, покажем. Какой здесь цвет. Этот называется, здесь коричневый. Вот, посмотрите, этот называется у нас темно-коричневый. Посмотрите, здесь очень красивая расцветка. Ну и обратно покажем красоту. Вот Оль, она. Мне очень нравится, как драпируется этот плед. Вот поделись секретом, где и как мы будем использовать в интерьере эти шикарные пледы. Ой, слушай, а вот если бы это была настоящая шкура, знаешь, сколько бы это стоило? Ой, стоило бы бешеных денег. Оль, мы еще один цвет не показали. У нас 6 расцветок. Еще один покажем. 6 расцветок. С ума сойти, в магазине такого точно не предложат. Так, давай его покажем вот таким образом. Смотри, это у нас полоска. Давай сдвинем. Давай вот так вот возьмем и немножко все сдвинем, давай, чтобы так нам открыть эту полоску коричневую. Посмотрите, вот она, меховая коричневая полоска. Вот здесь уже четкая геометрия. Посмотри, какие ровные дорожки. И как у нас мех здесь разнонаправленно сходится. А вот, кстати, вот я всегда хотела узнать, как вот они достигают такого эффекта? Лаком, что ли, забрызгивают, чтобы такие ракетики маленькие поставить? Это специально под углом идет закрепление всех нитей. Здесь искусственный мех. Посмотри, каждая волосинка, шерстинка, она у нас идет под своим направлением, под углом. Смотрится буквально, как будто это стриженный мех. Вот именно стрижен он вот под таким потрясающим рисунком. И видите, какие полосочки? Мне очень нравится. Хочу вам продемонстрировать саму длину ворса. Посмотрите, какая прелесть. Ой, Оля, вот смотри, вот мех очень напоминает настоящий мех. Вот, такой холеный. Вот... Как будто бы вот зверька хорошо-хорошо кормили специально, да, вот откармливали витаминчиками, чтобы вот были такие, была такая вот вариация блестящая. Скажи, есть, пожалуйста, такое. Что это вообще за мех у нас? Как он называется? Итак, как ухаживать? Все любители живой природы, совершенно оставайтесь спокойны. Ни одно животное при создании пледа «Русский мех» не пострадало. Это искусственный мех, высококачественный. Прелесть искусственного меха в том, что он абсолютно не боится, чтобы вы на нем валялись, им укутывались, декорировали, например, свои диваны, кровати, кресла. Этот мех выдержит любые испытания. И даже можно постелить его на пол и дать детям вашим поиграться, поваляться. Они обожают на искусственном мехе, например, устроить игры со своими игрушками. Олечка, что посоветуешь, чтобы сберечь плед? Редкую стирку или частую химчистку? Оля, стирка, просто стирка. Да я укутываюсь этим, мне он так понравился. Ну дай, ну пожалуйста. Нет, я этим, ну, ладно, мне очень понравился. Вот. Итак, дорогие телезрители, моя новая шубка. Это так здорово. Знаете, самое главное предназначение пледа, я не спорю, безусловно, декорация вашей мебели. В гостиной, пожалуйста, на вашем диване. Представляете, как здорово будет смотреться этот плед. Но это еще не все. Вы же можете согреться при помощи нашего русского меха. Во-первых, посмотрите, как вы сама себе будете нравиться. Ваш супруг наверняка обратит на вас внимание, когда увидит вас в таком одеянии. Да, вы можете даже предложить ему присоединиться к себе. Итак, 1999 рублей. Русский мех. Очень приятный, потактильное ощущение. Я, знаешь, прям согреваюсь этой шубкой. Олечка, давай еще раз вот поговорим с тобой про уход, который я тебя спросила. Итак, уход очень простой. Стираем в стиральной машинке, ставим режим 30 градусов, вынимаем, развешиваем, он быстро высыхает и вновь радует вас своей красотой. Очень прочно создано это покрывало, мы уже его испытывали на прочность. И, конечно, такую палитру вам не предложит ни один магазин. 6 расцветок. Сейчас Оля гладит светло-коричневый цвет, у нее на плечах наброшен золотой цвет, очень красивый тоже, невероятный. Я рекомендую вам заказать не один, а 2 или 3. Зебру берите обязательно для яркого акцента вашей гостиной. А в спальню, например, возьмите темно-коричневый, вот с такими волнами симпатичными. Или также у нас есть темно-коричневый цвет. Нет, это... Да, это розы. Посмотрите, очень интересно. Здесь сделана стрижка на искусственном мехе. Заказывайте, радуйте себя. Это новинка. Будьте первыми, кто станет обладательницей пледа «Русский мех». Если вы искали элитный, шикарный подарок, то это предложение для вас. «Русский мех». 550-594, номер лота. Записали? Теперь звоните. Кстати, выбрали оттенок. У нас всего 6 цветов на выбор. Я советую вам, если вы не можете определиться между 2 цветами, возьмите 2. Итак, для тех, кто ищет универсальный подарок на Новый год. 1999 рублей.
Такой шикарный плед. Да, Оля, а посмотри, очень. Какой размер. Оля, 220 на 240 сантиметров. Оля. Это размер Евромакс. То есть таким пледом ты можешь укрыть свою большую кровать, либо можно задрапировать свое любимое кресло, или задрапировать любимый диван. Это искусственный мех, высококачественный. Прелесть искусственного меха в том, что он абсолютно не боится, чтобы вы на нем валялись, им укутывались, декорировали, например, свои диваны, кровати, кресла. Этот мех выдержит любые испытания.